Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале. У вас есть частный дом или дача за городом, а рядом с ним неглубокий источник типа скважины или колодца, но вы не знаете, как это все совместить между собой, чтобы организовать полноценный водопровод и при этом не переплатить? Поверьте, частный дом можно оборудовать так, чтобы жить в нем стало намного комфортнее, чем в городской квартире. Водопроводом можно будет пользоваться с таким же удобством, всего лишь открывая кран и получая воду с хорошим напором. Чтобы реализовать эту идею, просто включите насос-автомат Jumbo в свою систему подачи воды. Давайте сегодня о них и поговорим. Итак, насосы-автоматы Jumbo производства компании Jilix предназначены для подачи чистой воды из колодцев, скважин, открытых водоемов, резервуаров или повышения давления в магистральных трубопроводах. Они обеспечивают поддержание необходимого давления в водопроводной системе, включаясь и отключаясь автоматически. Давайте разберемся, как это происходит, к примеру, при заводских настройках автоматики и давлении воздуха в гидроаккумуляторе 1,5 бар. Для того, чтобы насос создавал разрежение и поднимал воду из источника, всасывающая магистраль и сам насос должны быть заполнены водой. Так, при открытии сантехнических приборов в доме избыточное давление воздуха в 2,8 бар, которое образовалось в гидроаккумуляторе, давит на мембрану, вытесняя из нее воду. Давление в системе начинает снижаться до стартовых настроек автоматики 1,4 бар. При достижении нижнего порога давления реле включает насос. При включенном насосе вода под давлением поступает в гидроаккумулятор и сантехнические приборы в доме. Мембрана гидроаккумулятора начинает расширяться. Воздух, находящийся между корпусом гидроаккумулятора и мембраной, сжимается. Водоразбор приборами завершен. При достижении верхнего порога отключения 2,8 бар реле отключает насос. Насосы-автоматы работают от однофазной сети 220 вольт. Для подключения используется резьбовое соединение диаметром 1 дюйм. Насосы-автоматы выполнены на базе поверхностных насосов Jumbo и способны поднимать воду с глубины до 9 метров. Корпус насоса может быть выполнен из чугуна, пластика или нержавеющей стали. Встроенный внутренний эжектор системы труб Venturi обеспечивает хорошие условия всасывания на входе в насос и позволяет создать высокое давление на выходе. В зависимости от модели, насосы-автоматы имеют разную мощность, производительность и напор, тем самым увеличивая сферы их применения. Мощность электродвигателей может быть 530, 620 и 1100 Вт. Максимальная производительность 50, 60, 70 литров в минуту соответственно. В зависимости от модели, максимальный напор достигает 28, 35 и 50 метров. Функцию защиты от перегрева выполняет термопротектор, находящийся в обмотках статора. Как только температура обмоток повышается, электродвигатель отключается. Для оснащения насоса-автомата применяются компоненты, проверенные временем. Гидроаккумулятор емкостью от 18 до 50 литров со сменной эластичной мембраной. Он предохраняет насос от частых пусков, тем самым увеличивая его срок службы. Он же позволяет поддерживать давление в системе, что обеспечивает бесперебойное водоснабжение потребителей в тот момент, когда насос отключается. Кроме поддержания давления в системе водоснабжения, гидроаккумулятор позволяет предотвратить гидроудар. В торце гидроаккумулятора находится ниппель для закачивания воздуха. Давление в баке должно быть на 0,2 бара ниже стартовых настроек автоматики. Проверяется данный параметр обычным автомобильным манометром. В случае, если давление ниже нормы, воздух в бак можно подкачать с помощью автомобильного насоса. Реле давления предназначено для автоматического включения и отключения насоса-автомата. Максимальные настройки реле давления 5,5 бар, а коммутируемый ток 16 ампер. Заводская настройка реле давления обеспечивает включение насоса при снижении давления воды до 1,4 бар и выключение насоса при достижении давления воды 2,8 бар. Для Jumbo 50/28 давление отключения 2,4 бара. Визуальный контроль давления в системе водоснабжения позволяет осуществлять манометр. Реле давления и манометр в зависимости от модели насоса крепятся на корпусе или через штуцер на выходе. Максимальная температура перекачиваемой воды не должна превышать 35 градусов Цельсия.
Место установки насоса автомата и трубы должны быть утеплены. Наличие заливного отверстия с резьбовой пробкой позволит быстро заполнить водой насосную часть и всю всасывающую магистраль перед первым пуском. Внимание! Использование насоса автомата без воды запрещено. Продолжительная работа всухую приводит к повреждению рабочих частей насоса и его выходу из строя. При покупке насоса его владельцу следует также рассмотреть возможность приобретения некоторых важных аксессуаров, которые значительно облегчат работу устройства и продлят его срок службы. Это обратный клапан, водозаборный фильтр, труба или комплект для всасывания уш. При сезонном использовании насоса автомата или его консервации требуется слить воду из системы. Это возможно сделать через сливное отверстие, расположенное на корпусе насоса, или через шланг в металлооплетке, отсоединив его накидную гайку от штуцера гидроаккумулятора. При выборе насоса ориентируйтесь на то, сколько именно вы хотите видеть одновременно открытых кранов с хорошим напором. К примеру, возьмем насос-автомат Jumbo 50 на 28 с заводскими настройками реле давления. При подъеме воды с глубины до 5 метров и протяженностью магистрали не более 5 метров, он сможет обеспечить водой от 1 до 2 одновременно открытых точек водоразбора с расходом 12 литров в минуту. Более мощные модели насосов-автоматов Jumbo 60 на 35 при тех же условиях смогут обеспечить водой от 2 до 3 одновременно открытых кранов с расходом до 25 литров в минуту. При большем количестве точек водоразбора от 3 до 4 с расходом 40 литров в минуту смотрите в сторону Jumbo 70 на 50. Таким образом, приобретая насос-автомат Jumbo, вы создадите в своем доме условия потребления воды на уровне городской квартиры. И не забываем, что на все насосы-автоматы серии Jumbo распространяется гарантия 3 года с момента покупки. Мы уверены, насосы нашей компании будут лучшим помощником на вашем участке. Хотите знать больше? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!